Тут меня за красавчик. Не снимай тапки, Сёма, пожалуйста, пошли. Сейчас пойдешь босиком, понял? Да. Ага, обезьяна чи-чи-чи. Ой. На самом деле все очень классно. Купили сегодня вот такой костюм с обезьянами для плавания, для загара. И вообще для всяческих красот. Действительно. Ой, всем привет. Но ничего, мама не успевает. Потому что надо сфоткаться, надо записать поздравления, пожелания. Разные. Сейчас вот в Белоруссии, кстати, призываю всех ребятки в Белоруссии, кто вдруг у меня сейчас есть из перископщиков, хороших. Что там дело февраля 1-го они затеяли. За вас глоток вина. Вокруг вот, что там у нас гонг такой. Там в ту сторону, видите, море. В эту сторону Сёма и ракушки. Сёма, ты где? Вот. Студенты-медики Женя и Таня, вам привет. В Саратове, конечно же, была, естественно, на гастролях неоднократно. Неля, привет тебе. В общем, видите, я... Сегодня к нам приезжает моя кума и Сёмин крестный брат. В общем, как-то все очень бегом. В Белоруссии, ну, посмотрите, мы записали обращение, там волонтеры приглашаются на, может быть, я даже у себя выставлю, просто сейчас не боюсь вас дезинформировать. Да, вот мой купальник. Вот я. Постоянно А потому что у меня в голове, знаете, сколько сейчас идет мыслей, поэтому потому что мыслей очень много. Сейчас я думаю, как правильнее сделать. Правильнее, видимо, сейчас от вас нафиг отключиться и бежать купаться, потому что нужно еще поставить сегодня анонс программы одной и второй. Человека-невидимки сегодня меня просил ТВ-3 поставить. И поставить еще сегодня прямой эфир на канале «Россия-1» 18:15. И сейчас приезжает моя кума, ее надо накормить, поселить, развеселить. Плюс сейчас надо покупать Семена, плюс я хочу еще успеть на йогу сходить. И поставить пост в Инстаграм, и послать Саше фотографии и видео, чтобы он поставил в Инстаграм Семы. Поэтому, знаете, я не могу сказать, что у меня прям отдых, я не могу сказать, что я полежала, знаете, вот я не лежу здесь. Катя Павлова, пупсик, привет тебе, дорогая. В общем, поэтому, я вам только лишь рассказала. Это я абсолютно не жалуюсь, я люблю себя нагрузить. Тем более, сейчас мы только что приехали с массажа, с Сёмочкой, были на массаже, потом ездили на детские аттракционы. Он катался там на всяких машинках, клубнику покупали, костюм «Националь», по-моему, у меня очки. Я как бы не хочу вас забросить, но, как вы понимаете, вот эти вот 20-30 минут, они тоже играют у меня свою роль. А потом у меня начинается ночная жизнь. Вот когда идет ночная жизнь, но уже тогда нет ни солнца, ни моря. Я могу хоть чуть-чуть. Пойдем, мой любимый, клади ракушечки, пойдем. А там конфета нас ждет. Да, конфета нас ждет. Тогда я могу уже немножко полежать. Я смотрю
давай поженимся с Гузеевой, я смотрю Малахова, я смотрю НТВ, какие-то дурацкие сериалы. У меня начинается мое время. Нет, в отеле нет клубники. У нас уже сейчас почти 5 часов вечера, поэтому пойдем, Изотов, пойдем, встаем, встаем. Встаем, встаем, идем, 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 идем. Да, я старенькая секси. Старенькая секси. Старший сын в Израиле занимается своими делами. Сейчас я буду ругать кого-то. Сейчас я буду кого-то очень сильно ругать. А, нет, разница не 10 часов, это вы уже загнули. Разница всего лишь 4 часа. А, Днепропетровск, привет. А, вино холодное, да, из холодильника, несмотря... Нельзя туда бросать, заяц. Давай, один камень. Все, быстрее, пока дядя не видит. Убегаем, убегаем, убегаем. А, Женя Шушлев. Привет тебе, Женя. Ступай, пошли. Женя Шушлев, привет. А, где мы питаемся, уже я вам не покажу, потому что мы идем на море. Иди, пожалуйста, сыночек, иди. Мама даст тебе конфетку. Мама тебе сейчас поплавает с тобой, если успеет, если мы дойдем. Если мы дойдем. Ну да, хочется, чтобы вы тоже немножко понаслаждались. О, сегодня у нас вечерний буфет. Глянь-ка, мы суп сварили с фрикадельками. Наверное, сегодня пойдем на вечерний буфет. Пошли. Тёма, я сейчас жопу буду бить. Понятно? Да. Понятно? Пошли тогда. Смотри, неразбалованный ребенок. Минус 45 – это круто. Людочка, привет, это ты, тебе привет. А, люблю ли я секс? Не знаю даже, что вам ответить, люблю или нет. А, Дана, привет, а, болеет гриппом. Даночка, выздоравливай, вот немножечко тебе солнышко от нашего тепла, нашей любви. Так, я грозная мама, идем купаться. Видали, как я орала? О, бойтесь все, бойтесь. А, сейчас мы вот пройдем здесь, видите, устраивают буфет, который, кстати, возможно, имеет смысл сегодня покушать здесь. Вот, сейчас мы развернемся, вам покажем море и уже попрощаемся. Сём, давай вот так развернем, покажем там море, да? Покажем Сёму. Сёма сейчас хорошенький, да? Хорошенький. Мы поцелуем всех и маму. Вот, мой любимый самый мальчик. Да, вот такой он бывает хороший. И маму гладит. И да, мама накричала. Да, злая мама была. Злая кричала. Пошли быстро. Пошли быстро скорее. Пошли быстрее, поскорее, не задерживай добрых и честных людей. Ну все, мы пошли. Мы пошли к морю. Всем шлем поцелуйчики. Вот там, видите, сзади море. А, ну сейчас попробуем идти вместе с вами. Семка. Пошли. Вот, мы отправляемся к морю. Сёма такой борзый, не захотел одевать тапочки. Сейчас посмотрим, сейчас начнет кричать, что ему колется, что ему жжется. Хотя уже не так жарко. И вот он даже шагает сам, видите? Не ругается на маму. Не ругается. В ужасной России. Да, с Машей Берсеньевой общаемся, играем с ней вместе спектакль под названием «Куколка». Она очень хорошая девка, очень красивая, очень правильная. Вот мы шагаем топ-топ-топ. Да, Сёма, вот мы идем сейчас к морю. Может быть, даже удастся вместе с вами дойти до моря. Нам нужна будет сумочка туда, куда телефончик спрятать. Пока мы идем, пока даже есть связь. Вот, наслаждайтесь. Вон, видите? Вон оно, морька. Там. Вот она, наша дорога к морю. Ой.
Сёма очень не любит вот эти вот, вот такие вот, видите, дорожки. Сёма их ненавидит, потому что они на взрослый шаг рассчитаны, а на детский шаг нет. И вот он идет, ему надо наступить на песок, потом наступить на плитку. В общем, целое дело. Ну вот сейчас посмотри-ка, идет. Да, вчера была хорошая связь у моря. Давай, давай, еще немножко, еще чуть-чуть. Давай, последний. А, все-таки жжет, да? Одеваем ботинки. А зачем ты сбрасывал их? Зачем ты их сбрасывал? Давай, влезай ногой. Влезай, мама поможет. Давай. Влезай. А нога черная какая. Ой, какая черная нога. Давай, суй. Да. Так, есть?